Всем привет и добро пожаловать на канал Режим Игры, где мы продолжаем проходить Far Cry 6, и это 86-я часть прохождения Логово Льва. У нас задание встретитесь с Хуаном у постамента Стража Эсперанса. Посмотрите табличку основания монумента в северной части полуострова Винтоса. Хорошо, пойдем искать, пойдем осматривать. Так, вообще, где это? Посмотрим. Может быть, какое-то быстрое перемещение есть? Так, сделали мы быстрое перемещение. Осмотримся, куда нам идти-то. А, поставим навигацию вообще. Так, 640 метров у нас до нашей цели. Посмотрим, может быть, есть какая-то у нас тачка. Так, что у нас там с автомобилями-то? Сплошные грузовые вот только. Сплошные грузовые. Ну, поедем. На чем придется, на том и поедем, короче, да. Так, ну что, мы будем очень долго ехать по таким, блядь, обходам. Напрямую там никак нельзя это сделать, вот, а? Так, 80... 90 метров, короче, вот, да. Вот мы, собственно, приехали. Охрененный вид. Да. Жаль только, что Капитолий так портит Эсперанцу. Так, ну что там у нас? Куда идти-то? Наверх нужно как-то забраться нам или чего? Или чего? Что это такое? Внимание, если примете эту спецоперацию от Хуана, пути назад не будет. Вы не сможете переключиться на другие занятия, пока не доведете дело до конца. Это билет в один конец. Ну, давайте. Что поделать? Хуан, какого хрена мы тут делаем? Прятаться, лучше на виду. Что? Говорил я не ходить. Говорил ведь. Кому? Кларе? Хуан, что происходит? Она у него, Дани! Она у него в плену! Клара. Кастильо хотел поговорить наедине. Сказал, что Либертад победила. Что он хочет красиво уйти. Просто нассал ей в уши. Псы Кастильо разгромили наш конвой, едва мы причалили. Срань. Что теперь? Мы вторгнемся на частный остров Эль Пресиденте. Спасите, выпустите меня, я все сделаю! Чеченцы называют это слон. Перекроешь кислород, жертва мать сдаст. И расскажешь что-нибудь упоротое. Какой твой размер? Супрема или без? Войдем тихо! Каждый солдат на острове отобран Кастильо, так что держи дистанцию. Это элитные убийцы, понимаешь? Я готов. Я найду укрытие. Ты иди в дом. Думаю, они сейчас за столом. Исла дель Леон. Хорошо. Так, что у нас там из оружия есть? Ваши амигос? Что там? Доберитесь до особняка Кастильо. Я понял, короче, ничего нам не доступно.
Значит, доберитесь до особняка Кастильо. Маскировка позволит мне перемещаться по острову. Главное, не подходить близко. Главное, не подходить близко. Я понял, значит... Понятно. Так, нам, наверное, нужно как-то убрать все-таки, да? Это все дело. Ага. Угу. Так, здесь какие-то там лазейки. Типа лианы, да? Вот, у нас есть кошка, отлично. Хорошо. Все хорошо. Все будет хорошо. Я тоже очень на это надеюсь. Хуан, я у дома Антона. Чудно, я на позиции. Тебе нужно перебраться через стену так, чтобы тебя не заметили. Ты как пантера, Дани. Ты неуловим. Полезные советы есть? Так, так, чтобы меня... Ворота наверняка заперты. Не заметили. Ты не ключ, Дани. Представь, что ты пантера, обученная вынюхивать ключи. Так, значит, как мне там добраться? А, вот-вот, вижу кошку. Вижу кошку. Отлично. Я так понимаю, нам сюда же, да? Так, значит, мне нужно найти ключ, чтобы попасть за ворота. И охрана не должна меня заметить. Нужно вырубить сигналку. Ключ. Возможно, где-то вот в этих зданиях есть ключ. Администрация там, да, там было написано. А в здание мы попасть никак не можем. Вот в эти. Да? Да. Возможно, нам как-то вот здесь попытаться пролезть. Так, что-то я слышу. Вот сигналочка. Вот сигналочка. Так, что у нас там в 13 метрах находится? Это как раз, наверное, там... Там лежит ключ, наверное. Так, ну-ка. Может быть, как-то... Вот так мы можем, да? Проникнуть. Этот-то ключ мне и нужен. Хорошо, ключ есть. Кто-то у нас храпит здесь. Кого-то я слышу. Угу. Бою-бою.
Так, ну что, выходим? Выходим. Так, и нам нужно... Эй, не трогай! Да, кто-то же! Нам нужно быть предельно аккуратными. Частные виллы всегда окружены высоченной стеной. Вас никто не услышит. Ну ладно, идем дальше. Идем дальше. Так, как-то мы здесь пролезем, нет? Нет. Не пролезем. Так, вот как раз дверь. Вот так. С ключом, да? Хуан, я внутри. Понял, Дани. Надо ускориться. Кто знает, что Кастильо творит с Кларой. Спокойно, не забывай, что тут повсюду рыщут элитные убийцы. И униформа тебе не поможет. А если тебя обнаружат, Кларе конец. Черт. Да. Верно. Спокойно. Дело Дани. Плохо. Я с тобой. Подмоги не ждите. Блин, Клара, где же ты? Опа, спецназ. Конь. Так, ну что, ладно, пойдем. Пойдем пробовать штурмовать. Где ты, Клара? Так, ладно. Пойдем попробуем пройти. Попробуем пройти, так. Берем тело. Так, вот куда-нибудь сюда кинем его. Там еще одна сигналка. Сигналка. Еще одна сигналка. Так, и... И снайпер. Так, ищем вход. Ищем вход. Так, где ты? Где ты ходишь? Наверное, где-то здесь. Дани, глянь на втором этаже. Я вижу там движение. Ясно. Грасиас. Ладно, пойдем на второй этаж. Так, еще одна сигналка, да? Что это такое? Дани, я понимаю, что эти места похожи на курорт, но мы не в отпуске. У меня небольшие проблемы. Завязывай спинноколады и двигай сюда! Легко сказать. Ты там сидишь? Что-то там вещаешь мне, понимаешь? А мне здесь...
со снайперами бороться. Так, на второй этаж, вот сигналка. Подкрепление нам тут ни к чему. На второй этаж. Здесь мы пройдем на второй этаж как-нибудь. Я думаю, нет. Даня, ты не умеешь прятать херовы трупы? Ты сейчас о чем вообще? Охранники нашли труп. Теперь они на стороже. Будь осторожней. А, черт. Так, как нам пойти попасть на второй этаж? Как нам попасть на второй этаж? Так, вот сигналка еще одна. Подмоги не будет, командир. Возможно, где-то здесь у нас вход. Есть. Да. Очень похоже. Так, 35 метров у нас. 35 метров. Ага. Вот так мы пройдем. Ну что, вперед? Хватит глазеть. Ся. Дани, садись. У мамы было правило не лгать за столом. Скажу тебе правду. У меня острый лейкоз. Я узнал 13 лет назад. Был один врач. Обещал мне то, что всем нам так нужно. Время. Но этого было мало. Да, Диего? Папа, я не хочу это слушать. Нужна была страховка. Но я терпеть не мог детей. Мария же умела убеждать. И вот ты со мной, Михо. Тебе уже 13. Что было дальше, Диего? Вивира не сработал. Когда? Полгода назад. Мимо Сан-Еда Кондоленсиас. Не лгать за столом! Я умру, но он доведет дело до конца. Верно? Правда или ложь? Всегда правда. Ты просто чудовище. А вот это правда. Дани, следи за моими движениями. Я взял в плен Клару и думал, что победил. Если бы не сын, я бы никогда не увидел очевидного! Это ты, Либертад. Я повстанец. Не лгать за столом! Ты легенда, о тебе все говорят. Ну же. Ты их надежда и станешь моей надеждой. Ты шутишь, да? Ты не понимаешь. Сказал же, уходи, все из-за тебя. Я пощажу ее, если ты станешь моим генералом. Моим Дани Рохасом! Почему ты так жаждешь разделить нас? Истинные, ложные! Мы все яранцы, блин! Позволь нам самим делать выбор! Ты просто умирающий старик! Бедный мальчик! Твой разум отравлен его ядом! Не вижу Антона, стреляю в мальчишку. Хуан! С кем ты говоришь? Все, я стреляю. Хуан, нет! Диего! Сюда! Давай!
Давай, пригнись! Пригнись! Я попал в него, Дани. Хуан! Клара ранена! Нет, 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 нет! Дани, ну что там? Мертва! Хуан! Хуан! Дани! Кома мирдас! Так, захватите виллу Антона. Захватите виллу Антона. То есть, нам нужно избавиться от всех, что ли, там? Так, у нас ничего нету, да? С собой. Этакого. Хорошо. Так, что у нас тут с оружием нашим? Вот, отлично, у нас есть наше оружие, очень хорошо. Собственно, ладно, пойдем захватывать виллу. Хуан. Тут еще и собачонки. Ой-о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 й. Как-то не вовремя, блин. Там еще один вертолет. Хуан, да возьми ты трубку, сука! Черт! Там еще один вертолет. Да что ж такое, блин? Почему я вас не вижу? У вас опять будет, что ли, бесчисленное количество здесь, блин? Ну все, довольно на сегодня трупов, Дани. Кастильо бежал в столицу. Остров теперь наш. Я жду тебя во дворе. Я сейчас. Конец. Я жду тебя... Во дворе, говорит. Так, где ты там? Вот он ты. Вот он ты. Там зенитное орудие еще. Нам бы уничтожить. Было бы неплохо. Хуан? Что случилось, Дани? Мы не договаривались стрелять в парня. А тебе не плевать на этого богатенького мукосо? Ты думаешь, я кретин? Тебе насрать на мальчишку. Ты не хочешь, чтобы все закончилось. Мы были близки к цели. Он такого не заслужил. А я говорил, что ты станешь таким. Подсядешь и не слезешь. Как я. Я не такой, как ты. Пока что. Клара мертва. Но у нас есть гнездо орла. Отсюда начнем наступление на столицу. О чем ты говоришь? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Хочешь или нет, теперь ты хефа либертат. Так что или уходи сейчас, или веди нас к победе. Мы не договаривались стрелять в парня. Куда это ты? Закончить дело Клары. Thank you.
Клара об этом мечтала. Когда мы познакомились, я хотел свалить из Яры. Но она рассказала мне, за что мы воюем, объяснила очень доступно. И воевать вместе с вами – это круто. Правда круто. У меня есть вы, у вас я, типа того. Старые или молодые – да пофиг. Я люблю вас всех. К чему я все это? Мы победим. Я обещаю. Черт, ну ты прям оратор. Ага. Вау. Дани, Клара была хороша. Но мы примкнули к Либертат не просто так. Мы с тобой, Хефе. Пора вернуть свою страну. Дани. Слава Либертат. Вива Либертат. Мы любим тебя! Мы с тобой, Дани. Выглядишь ты дерьмово. Как твое отражение, да? Отдохни, компай. Будешь легендой завтра. Торре дель Леон, Эсперанса. Сеньор Президенте, для вас тут слишком опасно. Либертат окружает столицу. Нужно, чтобы отсюда был виден закат. Си, сеньор Президенте. Яранцы должны видеть горизонт на каждом перекрестке. Корабли уже наготове. Если сейчас отплывем, вы из Диего... Стиль здесь неправильный. Нужен Перейра, не Ван Ален. В Эсперансе не место арт-деко, которым отец был одержим. Вы все подмечаете, сеньор Президенте. Прошу, послушайте. Отправьте хоть мальчика. Хватит! Ну как же так? Разве не видно? Давай займемся площадью. Добавим модернизма, как у Женаре. Что ж, Дани, погнали. Отлично. Операция завершена.